в одной известной логистической компании возникла острая необходимость нанять новых сотрудников. Директор тут же поручил HR-менеджеру дать объявление о том, что имеются вакансии. И менеджер принялся за дело. Всего каких-то пара-тройка тысяч объявлений по всему миру, и дело почти сделано. Осталась сущая ерунда – отобрать из кандидатов наиболее подходящих. HR-менеджер принялся обзванивать кандидатов. Конечно, не просто отловить каждого. Кто-то на работе, кто-то едет в транспорте, а кто-то вообще недоступен. Но наш герой очень трудолюбивый. Он трое суток обзванивал претендентов. И вот, наконец-то, анкеты обработаны, и можно проводить собеседование. Однако на деле оказалось, что резюме большинства кандидатов лучше самих кандидатов. И пока менеджер тратил время на тех, кто никогда не будет работать в этой компании, все лучшие кандидаты устроились на другую работу. Понятно, что трудно ожидать хороших результатов от наспех собранной команды. В общем, не сносить головы нашему герою, если бы не преинтервьюс. Преинтервьюс – уникальный сервис, который упрощает отбор кандидатов. Вам не нужно никого обзванивать. Вы записываете видеопрезентацию компании, составляете вопросы и отправляете ссылку приглашения на видеоинтервью всем претендентам, неважно, сколько их, сотни или тысячи. И все это за считанные секунды. Кандидаты получают ваше приглашение и в удобное для них время записывают видеоинтервью по вашим вопросам. С первых же минут интервью вы можете отсеять заведомо неподходящих кандидатов, не приглашая их на очное собеседование. Лучшие интервью можно отправить своим коллегам и уже после их оценки пригласить на очное собеседование кандидатов с наивысшими баллами. С помощью преинтервьюс ваша компания нанимает лучших сотрудников, затрачивая при этом минимум времени, сил и денег.